Достаточное число коммунальной техники и инвентаря, необходимый объем противогололедных средств, укомплектованный штат специалистов, места складирования снега определены. Когда все это есть, готовность к зимней уборке дорог можно считать полной. Мы решили провести в этом году единое время, единый день смотров коммунальной техники, для того, чтобы посчитать в одном моменте количество коммунальщиков, чтобы, знаете, не было обмана. Потому что важно готовиться к зиме заблаговременно, а для того, чтобы зима прошла спокойно, нужно быть уверенным в ресурсах. На площадке Одинцовского городского хозяйства 248 единиц техники. Маршрут каждый уже известен. На месте 910 специалистов комплексной уборки. Все обеспечены инвентарем. Коммунальные службы округа отчитались о готовности к зиме. Малая механизация представлена также. Вся работает 12 единиц. Сколько дворов за вами закреплено? Извините. Дворов 68. Первая проверка коммунальной и дорожной службы ждет уже на предстоящих выходных. Синоптики обещают обильные снегопады. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».